Все, завтра надо ехать за тарой и грунтом. Посадила по три семечка редиски. Ну, потому что смысл больше, если потом будешь выкидать их. А их тут столько, и огурцы попрорастали, и все попрорастало, короче. А столько семени редиски, что можно плантацию засадить. И вся попрорастала, и попускала уже и вершки, и корешки, и аж пищит. Сади меня, сади, давай, сади меня в землю, буду расти. Я обожаю этот процесс, я не знаю. Ну, мне кажется, они же, во-первых, похожи на сперматозоиды. Это процесс зарождения новой жизни. Короче, потрясающий момент. Смотрите, какие они длинные. Они повылазили из семени и стали расти усиленно. Они живые. Представляете, эти семена живые. Это жизнь. Это так классно. Не ради той редиски. Ну, хотя я тоже не откажусь редиски съесть. Тут по три семки. Так вот, раз, два, три, треугольники. Короче, я обалдею с этого всего процесса. Но надо больше грунта и больше таких поемников для этого. Для посадки, бо это капец. Там столько семок можно засадить плантацию. Завтра надо ехать в Ашан.
терапия за лить чаще идет. Вклад расширяет работы цели. Вклад отдыхалки, деньги, чечения можно на. Всем привет! Короче, сегодня у нас была, ну, день обучения, сегодня у нас была практика массажа. У нас теперь усилена практика 2 раза в неделю по 3-4 пары. И было еще загадненье клиничное массажу. Там надо было, короче, выбрать тему и по теме сделать потом презентацию на конец марта. Но это должна быть презентация не сдрапанная с интернета. Конечно, информацию берут в интернете, но надо самому написать и красиво оформить. И нам учительница сказала, что вы должны написать уникальную. Ну, то есть, говорит, я не представляю, как это можно, типа, взять чужую презентацию и, типа, там... Ну, короче, поставить свое авторство. То есть вот так вот. Ну, это интересно, мне лично нравится. Я выбрала болезнь этот пентова острога, шпора пяточная, потому что у меня. Она, правда, спросила, говорит, так а что можно с ней сделать? Типа, я говорю, массаж можно сделать. Она говорит, так какой массаж? Ну, в общем, она говорит, ну ладно, пиши, попробуйте. Говорит, не знаю, что там можно. Для меня, говорит, по-моему, только физиотерапевтичным методом можно что-то это изменить, и то не всегда. Но напишу, соберу информацию максимально. Просто мне эта тема интересна самой лично. И нам учительница рассказывала, как делать массаж при этой пентовой шпоре. Поэтому я хочу и создать эту презентацию, чтобы люди могли знать. В первую очередь для себя, естественно. Слюны полный рот, надо сейчас поставить, пектись картошку, потому что жрать хочу. И во вторую очередь, чтобы те люди, которые станут массажистами, это мне только сейчас пришла эта идея. Изначально просто мне было, чтобы самой больше узнать информации. Так я ленюсь искать, а когда я буду делать презентацию, я буду ее искать. Плюс я знаю, как массаж делать. Я попробую сделать... рисунки какие-то с движениями. Ну, в общем, создам такую презентацию, тогда эти массажисты и я в том числе, когда кто-то придет с пяточной шпорой, они будут знать, что есть такой массаж. Ну, классно, блин, ну круто. Короче, делали мы сегодня практику, у нас был метод гласкания, это на нашем поглаживание, вроде. Забываю название, только запоминаю на польском, а на нашем забываю, как оно вообще звучит. Поглаживание. Ну, короче, этим методом гласкания, ну, я буду называть, как оно на польском. Полностью мы изучали этот метод, то есть досконально. Сначала делали массаж суставов скокового, ставу скокового, это, ну, вот это... стопа и этот сустав, который крутит. Ну, вообще, между стопой и ногой этот сустав. Потом коленового в положении лежа на спине. Потом живот. А потом мы делали ноги сзади. Потом, ну, эти лытки, ляжки, короче, и спину. И, блин, как же классно, спину делали вздовж проставников к жебету и вздовж волокон меньшневых. То есть, вот как спина идет, вот так вот, просто гласкание по 30 раз, по 30 движений, эффект потрясающий. А потом вот так вот, ну, вот эти мышцы, которые могут... Тоже вот так вот. Ну, в общем, и вы знаете, блин, такая легкость в спине появилась. Ну, то есть, когда я встала, у меня аж голос сел. Ну, эффект потрясающий. Именно надо делать 30, ну, 30 движений, можно даже больше. Тогда вот это такой эффект. Ну, то есть, вот этот метод гласкания делается, допустим, релакс-массаж. И весь массаж можно делать вот этим методом. Это несложно.
и эффект, блин, бомбовый. Даже лучше, чем тот мощный массаж, который вот тут давит, все раз это. То есть таким, ну, надо знать, в каком состоянии человеку можно делать этот метод. Допустим, если сильно напряженный человек, сильно такой весь, ему кажется, ему надо мощный массаж, а ему надо просто релакс-массаж. И после релакса массажа он, его тонус приходит, расслабляются мышцы, он успокаивается, вроде как обнижает давление, понижает, но не факт. Ну, короче, а если человек наоборот расслабленное, такое расквашенное, ему надо более активный массаж, ну, спортивный, наверное, более такие движения. Может, даже тем же методом, только более быстрый. Ну, то есть я, конечно, на эмоциях. Классно, конечно, очень классно. Так, Ира будет смотреть это видео, так что она массажист. Найлепший массажист, мы так ржали, типа, ну так кто ж делал, типа, найлепший массажист в целой Варшаве и навіть в целой Польщі. Та что там Польща, навіть в Европе, на планете. Ну, короче, не, конечно, она хорошо делает, у меня ладошка такая, так как моя, только чуть-чуть пышней. И благодаря тому классно массаж делает. Ну, у кого маленькая ладошка, тому надо как-то усилия прилагать. А у кого самое классное, это широкой ладонью. Ну, то есть ты провел, блин, у мужиков вообще классно, когда мужчина крупный, еще хорошо делает массаж крупные мужчины, чтобы ладонь была такая. Он так как провел, так и, блин, ты получил удовольствие от этого массажа. Ну, мы вместе с Ирой делаем даже на перебой. Мы там по парам разбились, мы как сбились с ней в пару, так и уже, короче, идем дальше. Планируем в дальнейшем. Она уже стол заказала. Планируем в дальнейшем снимать видео. Она будет свой канал вести, я свой. И, короче, продвигать. То есть будем как-то уже двигаться к цели. А по окончанию второго семестра мы можем пойти на практику где-то, в клинику. Или еще где-то. Мы можем и сейчас пойти, но бумаги нам дадут только после второго семестра. И, короче, можем уже работать. Ну, учиться что-то такого лечебного. Я считаю, что надо... Ну, как нам массажистка это говорила, что надо пойти и в салоне поработать, попробовать, и в клинике, и еще, ну, в общем, там, допустим, в релакс, где сауны, там, аквапарки. То есть посмотреть, где тебе лучше, где тебе больше нравится. Нравится тебе лечебное делать, либо тебе нравится делать релакс, ну, такой. То есть в спортивном клубе, может, кому нравится. Ну, мне кажется, в спортивном клубе. Ну, там хотя тоже делают вот именно релакс спортсменам, потому что ты с мышцами ничего не сделаешь, они как камень. Их надо разрузнить, как говорят, расслабить. Поэтому вот так вот. А сейчас очень хочу есть. Покажу. Купила сегодня, зашла в аптеку, говорю, дайте мне... Ну, бифидобактерии. И вот 4 миллиарды ЕТК, пребиотичные бактерии, щепы. 10 злотых такая пачечка, 2 капсулки в день можно, написано, не больше. Я выпила сегодня, вы знаете, мне действительно стало легче. Я думаю, что со сменой воды, ну, Жерардова на Варшаву, у меня что-то произошло в кишечнике. Потому что у меня уже давно были изменения в кишечном тракте. Но так не было, чтобы там боли. Инулина пребиотик. Суплемент диеты. Ну, в общем, купила эти 10 злотых с утра. И попустила. И купила еще раствор. Купила все-таки Рено, потому что отличия какие-то были. И, блин... Между этим он дороже и тем, что Росман
производит там производитель. Bausch & Lomb все-таки он мне лучше. А тот немножко попекывал, когда я поначалу, пока не привыкла. Ну вот, это 30 злотых пачка, 360 миллиграмм. Ну, его хватает месяца два. Ну, два, конечно, уже можно выкинуть, новый купить. Ну, просто смысла нету купить меньшую упаковку и дороже выходит. Лучше больше, а потом выкинуть. Бо у меня уже закончился. Плюс тут есть еще контейнеры классные, новенькие, чистенькие. И я уже тот выкину. Бо я их не пропарю, их можно кипятить, ну, чтобы убить бактерии, отложения белковые, которые на линзе. Но я люблю вот так вот, слюны полный рот, есть хочу. Вот так вот купить новенькие и новеньком все делать. А то уже выкинуть просто. Там еще старая линза. Кстати, мне надо где-то найти, где я смогу свои линзы заказать, потому что у меня же срок когда-то закончится. Ну, я с собой, когда с Украины ехала, привезла в запасе одну линзу. Ну, то есть, одна была у меня в одном глазу линза, в этом ничего не подбирается. Видите, какая болтливая стала, и такая покрасивела, кровь прилила, короче, в общем, обалденно. Конечно, Ира молодец. Она сейчас уже нос задрала, едет в автобусе, такая прям массажист 80 уровня. Ну, это шутка, конечно. Ну, она просто сама так писала мне. Ну, реально, получается у нее хорошо. Рука такая большая, широкая, как раз для массажа. Плюс у нее немного опыта есть. Поначалу она, конечно, немного там то спешила, то не так. Но я корректировала как надо, и поэтому сейчас уже нормально все. Уже мы сошлись. Все, буду сейчас что-то пекти. У меня есть картошка и перец, и курица. Надо то все запекти в духовке. Что я сделала? Курица там, перцы. Короче, а тут вот этот батут, и он в середине желтый. Представляете? Сейчас духовка разогревается, и я ложу этот батат. Тут не передают, какого он цвета. Он на самом деле розового цвета. Какого-то оранжевого или розового. Интересно. Блин, не видно, главное, на камеру. А так он оранжевый. Все, сейчас ложу в духовку. Все, нагрелось до 250 градусов. Это мы ставим наверх, а это вот так вот ложим на низ. Нехай себе там пекутся. О! Ох, как запахло сразу. Вот так вот лучше. Изначально как было. Это время. Все. Хай себе пекчется. Вон она уже запахла. Жалко, что запах не передается. Дальше туда. О, класс. Обожаю такие вещи. Конечно, я довольна, что духовка есть. Хоть она электрическая, но она нагревается моментально. И так уже поставила, она уже пахнет сразу жареным. Печеным. Мой королевский ужин. Там еще одна часть стоит, но она уже, в принципе, готова. Можно выключить даже. Так.
все. Оно там будет доходить, но оно уже готово. Сейчас вам покажу. Курица, перец, лук, чесноком посыпала. Так есть хотела, что даже чеснок грызла. И картошка эта. Да, немного сладкая. Похоже на тыкву. На вкус. Интересно. Как же оно пахнет, вы не представляете. Вернее, представляете. Но пахнет обалденно. Потрясающе пахнет. Все, буду есть, потому что такая голодная, просто капец. Итак, измучившись, сегодня я выбегала, шукала, короче, грунт, семена и что-то еще. А, и витамины для глаз. И нашла все, кроме семян и тары под посадку. Поэтому в Ашан ехать я поленилась, потому что далековато. А в мелкий Ашан смысла, наверное, нету, потому что там не будет, скорее всего. Блин, не могу найти семян. Что это такое? У меня весенняя посадка пошла, а тут семян нету. Купила пепси, купила мамбу. Так вот с собой всегда носить, чтобы если что сладко захотелось, то вкинул в рот. Ананас купила. Так хочу ананасов что-то, не знаю чего. Короче, это дешевле. По 4 с лишним в этом Карефуле. Карефуле, да. Купила огурец. Долго выбирала. И немножко даже стыдно стало. То еще кто подумает, что я выбираю свой размер. Просто я хотела более ровненький. А то они, то вот эти хвосты узкие, а тут широкая. Хотела равномерный найти. Ну, вроде нашла. Потом купила вот это бекон. Хлеб. Пиццу. Сейчас спеку. Джузеппе. Такая пицца итальяно. Купила эти витамины новые, потому что моих не нашла. Думаю, ну, значит, надо что-то выбрать. Купила грунт. Вы же думаете, что 6 злотых стоит. Вот такой универсальный. Жемя. В цветочном магазине нашла. Так что мои бедненькие семечки сейчас посадим. Они бедные уже попрорастали. Стали большие-большие. Видите, какие стали классные. Мои маленькие. Моя это жаткевка. Редиска, короче. Ого, какие длинные стали. Мне надо тара. Тара нужна. Ну хай я тут сейчас много посажу. А потом же надо их попересаживать. Короче, вот так вот у меня занятия. А это купила витамины. Прям супер-пупер мега-драйв. Короче, 32 злотых. Зашла в аптеку, сначала взяла этот. Хотела взять свои, Окувайт Комплит, но не нашла. Взяла просто омега-3. А потом нашла эти. Думаю, а нахрена ж мне те омега-3? Я ж не могу два пить. Там омега-3 тысяча, что-то такое. Ну, в общем, заменила. Говорю, а можно заменить? Она... Ну, можно. Ну, с чеком я только отошла, я же вообще не это. Короче, вот с лютеиной и боровкой. Ну, это боровка, это ягода. Черника. Суплемент диеты, патрульное джавання вспомагаюнце, микрокрунжение, в галце очней боровка, острощи зроку боровка, охрона пшежвольними родниками. Витамин А, С, Е. Короче, кровообращение в сетчатке, острота зрения и охрана перед вольными радикалами, по-моему, родниками. Это радикалы вроде. Да, боровка чарна, зеаксантина, цинк плюс витамины. А это на месяц. 32 злотых, 30 капсул. По одной капсуле в день. Типа улучшает зрение, очищает сетчатку. Ну, в общем, то же, что
І у мене було не стосувалося разом з іншими препаратами, завершуючим вітамінне А, люк-цинк. Не належить кранчоць залицяної порції дженної превишати. Залиця ще здоровий трип життя ураз зрувноважену дієти. Суплементи дієти не можуть бути стосування як субститут замінника зрузніцьованої дієти. Приховувачі в місці недоступні для малих дітей. Німецький. Фленсбург. Фарма. Короче, немецкий этот суплемент диеты. Думаю, ну сейчас новое что-то должно быть. Даже лучше, может, чем то, что я принимала. Это я слышала, кстати, вот это Доппельгерц. Актив. А та омега-3, так было написано на сердце. Хорошо, типа. Овощ боровки чарний, вичинок з оксамітки 60. В основному це черніка, це класно. Стандартизований на завартость, лютеїна. В общем, попробую, потім вам розкажу, як. А то у мене почала вже ця паутина виділятися. У мене, коли це щось вже відбувається, довго не п'ю ці, ну, якісь добавки дієтичні, починається, короче, лучше вижу темную сетку. Ай, блин, ногой стукнулась. Такая темная типа сеточка, она всегда есть. Это из-за искривления сетчатки, объяснял врач мне. Я так вижу эту тень. Но когда я пью такие пила кувайты, она не видна была почти. Ну, то есть зрение как что-то там, наверное, сетчатка выравнивалась. А когда я перестаю, ну, долго не пью, то уже начинает она видна. И она мотыляется вот так, туда-сюда, за глазом. Ну, я... Она у меня появилась в тот момент, когда мне делали операцию на этом глазе, на левом. Она на правом поплыла вот так. Что-то, когда он там оперировал именно в процессе, она поплыла. Значит, он где-то натянул, а оно же связано, два глаза. И что-то изменилось. Поэтому я сегодня уже приму одну капсулку. И уже завтра будет эффект. У меня быстрый эффект, я очень чувствую. Короче, такие дела. Еще у меня такое, это, сегодня целый день спорю с каким-то мужиком в Фейсбуке, потому что он доказывает. В общем, он вообще как бы не чит... В общем, был пост, там что-то человек спросил, реально ли найти работу, ожидая карту побыта, не указавший ни от работодателя он ждет, либо по школе. Ну, а карты же есть разные. И я говорю, что надо только, чтобы работодатель взял разрешение. И вот какой-то человек доказывает мне, что нельзя работать, типа, ожидая карту, даже взявши разрешение. Ну, в общем, он доказывал, уперся, ну, постарше там, ну, в общем, это гиблый номер спорить, но мне ж дело принципа, потому что он сам наехал на меня, я его не трогала. Я сказала, что можно, только надо взять разрешение. Он начал спорить, что сначала он не допетрил, что там не написано было, от чего человек подался на карту. Он просто по логике, типа. И долго еще обзывал меня там что-то, но я не реагировала на эти выпады, типа, разуй глаза, говорю, я уже скопировала ему этот пост, говорю. Говорю, ну смотрите, там же нет указаний, что это от работы подана на карту, просто человек написал, могу ли я, реально ли найти работу, если я жду карту побыта, это реально найти, а что нереально? А он начал говорить, не, это я написала, что надо только разрешение. Он начал спорить, что я, типа, фигню говорю, я ввожу людей в обман, типа, это. И начал же спор. Ну, то есть он сам зацепился. Видно, делать нечего ему. Ну, и, в общем, я ему доказываю, что есть же карты и по воссоединению с семьей, и по обучению в высшем заведении, и по... полицейской школе. Когда человек ждет, я, насколько я знаю, что можно
Если ты нашел работодателя, который согласен взять на тебя разрешение, то можно работать. Только работодатель должен взять разрешение. В общем, он спорил сначала на одну тему, потом перескочил на другую, потом сказал, что по воссоединению с семьей вообще таких карт не существует. Ну, то, что человек дупля не отстреливает. Но факт в том, что такие люди есть, и они, короче, начинают советовать. И меня это добивает, ну, бесит, что... А другие слушают, уши развесят и думают, и правда я не могу работать? Поеду домой, что ж, я не могу работать. А на самом деле надо пойти к юристу и драться, и узнавать более точно. А не верить вот всяким мужикам, которые что-то себе думали в голову. Он меня обзывал все время, но я старалась не реагировать, потому что это бессмысленно. Он: ты польский не знаешь, вот я живу 6 лет, я и судился с работодателем. Да, флаг тебе в руки, но зачем ты тут чушь говоришь? Ну, в общем, не знаю. Я, короче, хочу теперь когда-то выбраться к дорации и все-таки уточнить этот вопрос. Если человек он ожидает карту побыта, он же легально пребывает, у него повод для пребывания – это ожидание. Даже отвалание – это апелляция, тоже это легальный побыт, это легальное пребывание, это нелегально. И какой-то работодатель согласен взять разрешение, взять человека на работу, он берет разрешение и работает. Или я просто что-то не догоняю, и просто уже он не даст разрешения, ну, на основании того, что, ну, побыт-то легальный. Нету, конечно, срока, когда, никто не знает, но побыт-то легальный. В общем, это такой тонкий вопрос, и я спорила сегодня полдня, и думаю... Чего я должна уступать ему, если это другой кто-то посчитает, подумает, а, ну да, это ж неправильно. Ну, короче, я считаю, что... А, кидает, я кину законы, кидает мне сайт какой-то посреднический. Я говорю, вы там что, работаете, вы его рекламируете, потому что похоже. Я говорю, дайте мне конкретно статью. Конкретно он мне не дает статью, потому что ее нету конкретного. Он скинул сайт, а там в конце переходы на законы и переходы на статьи. А ты, говорю, скопируй мне и дай. Ты же, говорю, не даешь мне конкретно на эту тему. То, что он спорит ради спора, и его нема цели показать или рассказать действительно тот закон, который он... Ты ничего не знаешь, ты закона, вы не знаете закона, вы не знаете польской мовы. Ну, я даже не говорила ему, что я там знаю или я не знаю. Думаю, хорошо, пускай я буду не знаю. Но ты же мне тогда дай закон, ты же такой умный, знаешь все. Ну, короче, он заспорил, делать нифиг. А все время мысль промелькала. Ну, по Зеланду это маятник меня захватил. Типа, с дураком спорить... Будешь, сам дураком станешь. Это точно. Так что вот такие-то дела. Все, сейчас буду что-то запекать, бо очень хочу есть. И это выпью. Суплемент. Сейчас посмотрим, как они там внутри выглядят. Вот такой красивый пластырь. С этими витаминами. Ох, сейчас так буду пить. Сейчас улучшится зрение. Сейчас будет бодрость. Черника, это же вообще класс. Мне говорили, ее надо есть мне стаканами. Ну, разве ж ты ее сожрешь. Мне нравится, что оно немецкое, потому что, мне кажется, оно качественное. Я доверяю немцам насчет этих медикаментов. Оно будет лучше в 1000 раз, чем то, что я принимала. Мощнее. И вообще уже пора сетчатку выращивать. Товарищи, эти ученые, давайте выращивайте клетки сетчатки. Что это такое? Новый век. Я не верю, что нельзя их вырастить. Мне кажется, можно все вырастить, если захотеть. Вкуснятина. Ням-ням-ням. Как же я люблю кушать вкусно.
Ах.